Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Забираем с тобой ежедневные награды. Раз и два. Так, теперь пойдем посмотрим на арену. Я 2 дня, друзья мои, не играл. И хочется посмотреть, где я сейчас нахожусь. В Лиге Самураев 2 звезды. Ниже меня просто не могли, наверное, уже скинуть. Ну что же, я предлагаю типа мини-буста такого сделать. Да? Практически как будто сегодня понедельник. И мы только начали играть. Поехали. Но зато 5 противников. 5. Не 3, как у нас на самом начале, да? А именно 5. Ну что, давай посмотрим, кто кого. Так, начну, пожалуй-ка, я с Леонардо. Ну-ка, шайбой в лоб ему. На тебе. Заблокировали. Так, подожди, а какой уровень? А, 44-й, ладно, это терпимо, ребят. Что-то я думал, что тут 50-й. Но, тем не менее, они могут нас раскромсать. Так, получи фашист гранату. Добиваем Леонардо, надеюсь. Да, Леонардо упал. Так, теперь караечку надо подбить. Я не хочу, чтобы она здесь свои кунаи бросала. Так, ну а здесь Рафаэль со своей массовой атакой. Хил у нас есть, но я сделаю замедляшку. Блин, замедляшка только сработала на майке почему-то. Так, критический удар. Давай-ка мы, наверное, сделаем вот так вот. Ну-ка, Кейси. Что ж ты так? Ножами. Замечательно. Так, вот теперь подумаем давай. А что если я сделаю поджог? Постепенку, пожалуйста, чомпи повесь. Красавчик ты мой. Так, ну что, наверное, мы с тобой сделаем отхил. И остается Донателло у нас. Потому что этот Майки уже не жилец, на самом деле. Так, Донни бьет посохом. Мы его добиваем. Все, ребята. Отлично идем. Превосходно. Так что не расслабляемся. Сегодня попробуем добраться с тобой до лиги Сёгунов 3 звезды. Постараться надо. Потому что времени мало у нас остается. А у меня рабочие дни, поэтому надо как-то буститься. Так, ну что, 45-46 уровень у противника. Причем, опять же, здесь карайка. Я, наверное, возьму здесь вспомогаловку в виде кожеголового с его массовой атакой и, соответственно, провокацией. Но здесь у них есть хил. У нас тоже есть хил, морозильная кошка. Так, карайка, как всегда, за свое. Тут, наверное, надо все-таки по Кирби бомбить. Так, бросим баллончик, может быть, заблокируем способности. Так, только Бакстеру, да, получилось. Ну что, Донни, давай жги. Прекрасно поджег, очень прекрасно. И я сделаю еще ускорение для нашей команды, чтобы она быстрее двигалась. Плюс массовая атака от кожеголового. Серьезно? Постепеночка, друзья мои, конечно же. Та самая любимая моя постепеночка. Постепенный урон, который уничтожил Бакстера Стокмана. И мы с тобой... Я уже хотел сказать, что мы с тобой в Лигу Самураев 3 звезды переходим. А на самом-то деле не получилось. Ну что же, 14-18. Тут противные майки 44 уровня. Я думаю, что мы возьмем с тобой вот так вот. 59 уровня Шинигами. Раз, два, три. И, пожалуй-ка, я возьму еще Леонардо Видение. Почему его, ребят? Ну, чтобы не хилялась вражеская команда. Именно для этого я его взял. Майки будет, наверное, первый ходить. Нет, не будет. Поэтому попробуем его сейчас уничтожить. С помощью... Ага, постепеночка. Сделаем вот так. Красиво. Ай, как это красиво, ребята. Хильнуться, естественно, они теперь не могут. Так, давай-ка Ванюшку попробуем сейчас сбить с ног. Айси-дрон. Замечательно. Ну что же, остается двоих только лишь добить. Лео, что-то слабовато, ты как-то ударил. Минус, и здесь тоже минус. Все, ребят. Да, вот этот вот удар у Леонардо, который видение, блокировка хила, мне вообще нравится. Мало того, что блокируешь лечение, так еще и урон наносишь. Топовая штука. Ну что, вот мы добрались с тобой до Лиги Самураев 3 звезды. Радоваться пока еще рано,
потому что впереди целая игра. И я хочу получить 14-19. Надеюсь на этот бонус сладкий. Но почему-то не хотят они мне давать. Да, друзья, не хотят они мне давать 14-19, к сожалению. Ладно, придется тогда идти на их условия. Но уровень, как ты видишь, пока 43-45 у наших врагов. А мы с тобой на 10 уровней как бы опережаем, получается. Есть неплохой шанс как бы отыграть всю команду нам сегодня. Все наших бойцов. Ну что, поехали. Мондагека. А ну-ка, если мы сделаем вот так. Может, кто упадет? Не упал. Ну, Мондагека в любом... Нет, подожди, Эйприл. Конечно же, Эйприл нужно валить. В первую очередь, естественно, лекарей, баферов. Бросим гранаты. Ну, неплохо, я тебе скажу. Хила у них нету. Так что волноваться вообще не стоит. Есть только бафер. Это вот этот Донателло. Нифига себе, усиление блока. Что-то в первый раз такое вижу, усиление блока. Есть усиление защиты. Но усиление блока, может быть, это как бы так и есть. Ладно, почему-то я раньше такого не замечал. Ну что, 60-я позиция. Смотрим. Может быть, сейчас дадите мне все-таки, а? Ну, пожалуйста, дайте мне 14-19. Или сколько там у вас идет? 15-19. Есть, друзья, выпросил, выклинчил. Уровень уже идет 50-й у наших противников, поэтому вот здесь уже очень-очень критично. Надо кого-то взять на подстраховку, и это будет, наверное, скорее всего, Донателло. Донателло видение со своей провокацией будет самое то. У них здесь хил. Два бафера, один дебафер еще. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну как же так-то начинается-то, ё-моё. С понижения брони. Это непорядок. Так, Хан свой отыграл. Нам нужно с тобой, наверное, Мондагека как-то ушатать. Не получилось. Он ускоряет команду. Волну. Точно. Двоих ушатали, ну, естественно, хиляться. Как же без хила. Сплинтер бафает. Провокацию, я думаю, брать не стоит. А вот валунчиком в пульверизатора, точнее, в нейтрализатора надо было бомбануть. Опа. Постепенный урон-то как бы здесь не особо мне нужен-то. Тихо ты. Все, по-моему, Бибоп отдуплится, ребят. Твою дивизию. Да, надо было мне все-таки брать провокацию на этого Донателло. Да че вы такие слабые-то, ватные? Я не знаю, этот пиццелицы какой-то вообще ни к селу, ни к городу. Бросает свою пиццу и нифига не помогает. Морозильная кошка еще тут тоже наделала пакости мне. Блин, как же мне жалко, а? Что у нас Бибоп-то погиб. Так еще нелепо. Это постепенно урон на него повесили, а потом он, естественно, два удара пропустил, и все, ребята, и скопытился. Да. Неожиданно, конечно. Ладно, попробуем еще раз вытянуть 15-19. Но есть. Есть такое дело. Так, ну что, я возьму, наверное, Рафаэля здесь. И раз, два, три, четыре. Тут команда 48 уровень, а я 55 взял, да? Маленькая разница у нас между уровнями, поэтому можно сейчас всхлопотать по полной программе. А ты видишь, да, сколько мы урона получаем? Смотри, они ниже меня по уровню, а инициатива у них больше. Ну как это может быть, а, ребят? Ну вот как это может быть? Ну-ка, звездане. Надо было хибнуться, на самом деле. Так, кто, вот этого, наверное, сейчас шваркнем. Да, конечно, шваркнули, ага.
Я смотрю, там сейчас Крис Брэдфорд начнет делать проникающий удар, скорее всего. Бафает. Так, я беру провокацию. Не будем с тобой допускать ошибок, как в прошлый раз. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут еще постепенно урон. Все, крышка. Да что такое-то, а? Совсем играть разучились, ё-моё. Ведь надо было хильнуться, говорил еще тогда. Надо хильнуть команду, надо хильнуть. Не хильнул, ни шиша. Да, бустанули. Это называется, ребят, бустанули мы с вами. Обалдеть. Буст прям лучше не придумаешь. Ну, естественно, даже если ты берешь провокатора, а у ребят есть массовая атака, естественно, им лучше применять массовую атаку, нанести урон всем, чем биться головой об танка. Это элементарная логика. А вот что с моей логикой, я не знаю, ребят. Почему я так туплю? Всего лишь не поиграл два денечка и уже все, расклеился. Так, ну что, возьмем с тобой, наверное, острозуба. И вот этих вот, ребят. 55 уровень, да? Это наши бойцы, у них полтинники. Начнем с бомбочки. Закидываем наживку. Так, космический корабль вызываем. А дальше что? Пит решил почему-то атаковать, вместо того, чтобы хилять. Удивительно. Ну-ка. И баллончик. Минус троечка. Да хорош. Пробей. Так, минус носорог и... Давай автомат. Все. Здесь, слава богу, мы никого не потеряли. Отлично, прошли. Но все равно их атаки, конечно, отнимают у моих бойцов очень много здоровья. Как мы с тобой долго продвигаемся, ты посмотри, а. Тяжело продвигаемся. Ну что, 15-19 есть. Мы с тобой возьмем, наверное, здесь Змейка Вьюна. Так, Карайка, ты пока отдыхай. Берем с тобой Караечку и... Точнее, Змейка Вьюна и вот этих вот бойцов. Опять же, повторю, ребят, не стоит забывать, что Змейка Вьюна здесь не топовый боец. И одного его брать. Ну вот единственное, да, что Хан может с дебафом нам помочь. А так вот не надо делать. Брать одного топового, полутопового бойца со слабенькими. Потому что он может не вытянуть. Он не сможет, наверное, видишь, он не вытягивает, ребят. Ну, благо у нас тут с тобой дебаф есть, поэтому сейчас посыпятся головы у них. Так, давай ультразвук. И массовую атаку на Бакстера Стокмана. Это просто, ребята, ну, повезло вот так вот. А если бы они сейчас начали бы играть, то есть ходить по инициативе первыми, у нас бы начался бы тут офигенный разбор полетов. Полетели бы головы. Так, ну что, мы с тобой вернулись в Лигу Сёгунов. Одна звезда. Но это не наше топовое место. Наше топовое место было, по-моему, 3 звезды. Так, 15-19. Пока не дают мне 15-20. Но это ничего страшного. Беру Шархана. Ладно, пускай змея Карай тут сидит. И вот этих вот трех бойцов. Ну что, мы решили с вами, да, фармить жетоны. Проходить события. Ну, не все, а одно какое-нибудь на рандом. И фармить с него жетоны. Жетоны нам нужны для наших бойцов. На том мы и порешили. Так, ну что, давай. Да крик души я хотел сделать. Что-то совсем, эта спешка мне совсем не нравится. Хотел сделать крик души, чтобы массовая атака была. Нет, сделали одиночку. Ладно, и так пойдет. Надо, кстати, мне поставить кнопки на клавиатуре. Как на всадниках Олуха, да? На дракону всадники Олуха. То есть вот эти наши скиллы, которые здесь вот внизу, чтобы не кликать мне на них, а кнопочками там 1, 2, 3, 4, например, поставить и все. Так будет нам намного проще. Так, 15-20. Окей. Возьмем Шреддера. Сюда муха что-то затесалась. Ладно, пускай стоит. Все равно толку от нее ноль. Как от боевика. Как от баффера, да, базара нет.
Вот сюда я имею в виду 1, 2, 3, 4. И чтобы не кликать здесь, я просто, например, нажал кнопочку 1 и все. И пошло-поехало. Так, ну что, добьем, наверное, Пита с тобой плевком. Теперь здесь сделаем. И гидрант. Или колонка, я не знаю, как это называется, это правильно. Так, Рокс, иди, отдуплился. У нас Лео, Лео. Чуф-чуф, тихо ты. Сейчас еще мне ксивермонтусов прибьют. Не должен я это позволить. Тихо ты, давай хиляться нафиг, я не знаю. А то сейчас доиграемся. На тебе. Ксивермонтус, ты чудом как-то выжил. Я тебя поздравляю с этим. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Так, 50-я позиция, да? 15-20. Оставляем. Возьмем Ванюшу. Раз, два, три, четыре. Ну, Ванька здесь это... Всех должен, по идее, с первой атаки, с одной атаки он должен всех повалить. С пулеметной дроби или еще что-нибудь. Можно, в принципе, проверить. Так, давай-ка бросим еду. Угу. Так, или сделай... Давай-ка... Давай гранатомет. Я тебе об этом и говорил. Что всех с одного выстрела он вырубает. Ну что, тогда двигаемся дальше. Что тут думать? Позицию 30-ю, пожалуйста. Ну, почти угадал. 30-я позиция. Так, давайте 15-20. Хватит уже идти на попятную. А то они вначале дают 15-20, потом хоп, резко. 15-19. И типа я не заметил, да, что у меня был повышенный ранг. Повышенный как не ранг, а повышенная награда. Ну, давай сделаем вот так вот. Ну, это разве атака? Это ерунда, ребят. Хиляется. Ты посмотри, а. Запах изо рта. А дальше мы с тобой сделаем осколки. Так, двоих... О, давай кунаичи. Вжарим. Вот и все. Делов-то на копейку. У Канаичи суперудар, конечно, неплохой, неплохой. Тут не поспоришь. Надо будет еще, кстати, ежедневки пройти. Мы за них про них забыли. Мы сразу что-то пошли на арену и все. Так, 11-я позиция. После этого мы переходим с тобой на лигу Сёгунов 2 звезды, по идее. Ну что, берем Зека. Берем с тобой Железноголового. А что у нас все? Ага, погоди-ка. Про этих-то что-то мы с тобой забыли. Сидят там где-то у меня позади. Ну что, погнали. Бросаем бомбочку для начала. Плюс ракеты. И все. Плюс ракеты, я хотел сказать, еще там дальше продолжить. Но и этого было достаточно. Ну что, двигаемся дальше с тобой и смотрим, какое место мы с тобой займем. 91-е, это уже в Лиге Сёгунов 2 звезды. Окей. Так, берем Донни. Тут точно всех мы отыграли уже, да? Всех отыграли. Так, берем, значит, Донни. Раз, два, три, четыре. Четыре. Я думаю, здесь Донателло одного будет достаточно. Ну что, влупляем? Ага, Карайка ходит первую, инициатива там у него большая. Если Карайка здесь так пробивает, то Донателло и подавно. Ну, тут и понятно, друзья. Остаются топовые бойцы, как-никак. И им деваться некуда. Только проигрывать. Мне интересно, мы доберемся сегодня до Лиги Сёгунов 3 звезды или же все-таки не успеем? 15-2. Может быть, все-таки дадите мне 16-21? Нет, скорее всего, не будет такого, да? Такого подарка судьбы не предвидится. Ладно, ладно, берем Усаги. И вот так. Поехали.
Ну что же, влупляем. Красиво тут постепенно урон, ребят, поэтому они в любом случае уже не жильцы. Но тут нету такого пропустить ход. Тут нету, тут обязательно нужно ходить. И смотрим, на какое место мы с тобой перемещаемся. Я думаю, где-то 50-е. 56-е, окей. 56-е, 15-20. Что-то как-то мы с тобой зависли на этом 15-20, я уже не знаю. А, все, у нас бойцы уже заканчиваются. Понятно. Все, ребят, остается только Ледяной Армагон. Он, в принципе, один справится со всей вражеской командой, поверь мне. Так, шипы. Замечательно. Вот давай посмотрим, сколько нам дадут за одного бойца. Вот сейчас будет один Армагон выступать. И насколько мы с тобой сможем продвинуться за счет одного бойца. Сейчас мы посмотрим позицию. 41-я, да? 41-я позиция у нас. Вот Армагон. Точно никого нет больше? Нету. Погнали. Естественно, с одного удара он сейчас их всех вырубит. Прекрасно. И посмотрим, насколько мы с тобой здесь продвинемся. Но на самом деле вообще мало. С одного бойца выхлопа мало, потому что он берет очень мало кубков. Соответственно, бонусов тоже за выживание мало. То есть и с 41-й позиции мы переходим на 40-ю. А я тебе говорил, что это очень мало будет. Так, ну что, давай откроем с тобой бесплатно пак. Кто там у нас? А, Острозуб. Давненько его не видел. Так, ну что, пойдем на серию испытаний. Быстренько пробежимся. Не понял. А, тьфу ты. Это просто хернуть типа майки. Я думаю, что за бред. Так, ну что, люди-грибы начинают, да? Буянить. Давай вот так вот сделаем. Торпедочки запустим, как говорится, к бою. Минус Кирби. Минус Тля. И вторая волна. На второй волне у нас стоит Бибоп, Рокстеди и Шархан. Так, добьем. А кого мы добьем-то? Давай, наверное, ударим Шархана. Добьем его. Попробуем добить Рокстеди. Ай-яй-яй-яй, не вышло. Ну тогда вот так вот. Постепенно урон, естественно, его добивает. Так, ну что, серию испытаний мы с тобой пробежали. Соответственно, забираем награду и поиски. Поиски у нас на кого идут? Кого мы с тобой прокачиваем? По уровню мы прокачиваем Ваньку, да? А в плане поисков мы делаем на Крысиного Короля, по-моему, если не ошибаюсь. Мы решили прокачать его. Ну что, один знак нам нужно найти. Так, нашли. И прокачиваем ему. Да что ты. До второй ступени. Ой, до третьей, ребят, до третьей, конечно же. Нашествие. Так, дальше ищем. Один ноутбук Дони. Кольцо крутости плюс один. Так, ноутбук Дони мы нашли. Так, это, я не знаю, магнитофон, что ли, у нас? Да, видеомагнитофон. Сколько там? Три штуки нужно было, да, найти? Так, вроде бы все. И 13 кружек. Олимп Динер. Так, это уже... Сколько? Три кружки, да? Четыре. Пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, 11, 12. Подожди, а нам сколько? 14 нужно? Да, 14.
Ну давай, 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 ищем, ищем. Две кружки всего лишь нужно. Да ё-моё, ну все, пицца кончилась. Кончилась у нас пицца. Так, уровень мы с тобой понимаем, Ваньки, да? 93-й. Нормально. Так, и забираем с тобой все награды. Так, дальше мы отправляемся с тобой в магазин. Жетоны. 830 жетонов, как ты видишь, у меня есть. И мы с тобой приобретаем кого? Бибопчика. Так, 60 ДНК из 100. Отлично. Плюс 300 в запасе. 300 в запасе. Так, ну что, по испытаниям, ребята, какую будем проходить? Лига Лео или же Девичью Силу? Да, в принципе, ребята, тут абсолютно нету никакой разницы. Единственное, что я могу вот именно Девичью Силу полностью проходить на автобое. То есть я могу поставить автобой, и он будет проходить, причем все уровни сам. Так, ну что, ребят, на втором канале вышла очередная серия Archveil, если кто не знает. И вышла новая игра Nobody. Так что заходите, смотрите на канале прогоночки Hill Climb Racing. Первая часть продолжения игры, продолжение покупка новой машины, плюс пару трасс. Также зомби No Trip. Очередная серия, где я приобретаю супербайк и начинаю его тестить. Плюс, что же мы там еще-то дринкали? Скажи-ка мне, я скажу. А, этот Bad Day, или как, My Day. Ну, в общем, ты понял, да? Где мы едем на тачке, на джипе, да? И воюем с пришельцами. Тоже довольно неплохая серия. Дошел до босса, которого не смог одолеть. В принципе, на нем как бы и остановился. Ну, это вкратце. Far Cry, который я на втором канале выложил еще, наверное, недели две или три даже назад, который никак не мог, ребята, YouTube не мог его перевести в формат HD. Я не знаю, с чем это связано. Мне пришлось, так как я все заготовки, ребята, удалил, а вот осталась именно вот эта вот пилотная версия, да, мне пришлось ее заново конвертировать с потерей качества, но так как исходника у меня нету, а проходить заново там, по-моему, нельзя, ребята, обнулить все, ну как вообще все полностью карту и это все, мне пришлось вот переделывать эту серию и выкладывать. Так что сегодня она тоже появится. Там, конечно, качество не очень сильно потерялось. Но есть чуть-чуть такая, знаешь, расплывчатость. Ну, буду на будущее знать, что YouTube может вот такие вот вытворять гадости. Я не знаю, почему он не мог ее преобразовать в HD. Я не знаю, в чем проблема. Ну да, снимал в 2К. То есть расширение 2К. Просто перевести. Да хотя бы, он на 360, представляешь, на 360 остановился расширение. А 1080 он не стал делать. Я не знаю, с чем это связано. Ну, в общем, это так вкратце. Все равно вам много чего не понять. Так что заходите и смотрите. Так, а какая у нас с тобой волна-то по счету? Я что-то сбился. Ладно, не имеет значения. Сейчас мы с тобой в любом случае пройдем. И на следующей серии у нас будет с тобой возможность фармить жетоны. Да-да, ребята. И таким образом мы сможем с тобой намного-намного быстрее ускорить вот этот вот процесс приобретения ДНК на наших персонажей. Почему именно брать нужно последний, вот этот вот седьмой, да? Как-то седьмой событие, или как назвать его? Короче, последний поединок. Потому что большее количество жетонов выпадает именно с последнего поединка. На начальных выпадает мало, там 20-25, я не вижу смысла тратиться. Там хоть и мало тратишь этого сыра, да, но и выхлопа тоже мало. То есть лучше нам потратить с тобой больше сыра, но получить гораздо больше жетонов. Так, ну что, у нас с тобой, по-моему, предпоследних, точнее, последних три поединка остается здесь. Если я, конечно, что-то не путаю. 50 уровень. Ну да, да, получается так.
Вот эта вот девичья сила, почему-то она самая слабая. Ну, я не знаю, ребят, может быть, так задумано было разработчиками. То есть, понимаешь, ты здесь можешь взять рандомно. Даже если у тебя нету персонажей из девичьей силы, ты их можешь здесь взять. Они как бы даются тебе по умолчанию. И просто их потестить, попробовать. Потому что, когда мы играли, помнишь, да, самое начало, мы это событие проходили именно теми персонажами, которые мне выдавались. Потому что своими я бы здесь пройти не смог. Они были еще в тот момент очень-очень слабенькие. Поэтому девичья сила у меня начиналась с прохождения именно тех бойцов, которые нам предлагала игра. И в принципе это неплохой такой был ход со стороны разработчиков, как бы, ну, и поиграть в то же время, да, и повыбивать ДНК на нужных тебе персонажей. А потом, естественно, когда ты уже окреп, когда у тебя уже стали более-менее сильные бойцы, естественно, ты уже берешь своих, ты уже не берешь тех, кого тебе предлагают. То есть у тебя вот, например, да, есть у меня вот Эйприл, да, 54 уровня. Она у меня обычная, да, предположим. Вот, или Кунаичи. А здесь, если она у тебя есть даже 56 уровня, ей дают платиновый ранг, плюс у нее все скиллы. То есть, ну, топово. Топовый. И ты можешь проходить, играть. По крайней мере, не чувствовать себя каким-то ущемленным. Это, конечно, классно. Так, ну что, у нас здесь с тобой 5 волн. Мы быстренько их пробежим. Единственное, что, конечно, мы сейчас пройдем с тобой вот это вот событие. И сыра как такового не останется у нас. То есть мы с тобой не сможем здесь ничего пофармить. Ну, не главное это. Главное, чтобы пройти. Чтобы, например, если ты захотел завтра, да, пицца у тебя накопилась, сыр, ты взял и просто начал фармить. Не имеет значения, пускай тебе выпадают ДНК, деньги, осколки. Самое главное — получить жетоны. Там, по-моему, 50 штук или 45 штук максималка на последнем этапе. Ну, отсюда делай выводы. То есть, так, 45 до 45 — это уже 90, да. И вот в такой прогрессии у тебя будут постоянно копиться осколки. Точнее, жетоны. Ну а за жетоны, естественно, мы с тобой будем приобретать ДНК. И таким образом мы будем прокачивать уже наших отстающих персонажей. Так, ну что, мы с тобой опять же добежали до робота. Трансформер. Так, давай, Армагон. О, он сразу за валун взялся. И крышка. А, не выдержал. 65 уровень выдержал урон от Армагона. Это ж как ей надо было так фартануть, чтобы выстоять? Уж не знаю, друзья мои. Не знаю. Так, Шинигами. Ну и остается последний поединок. Это у нас Кунаичи. С одной стороны, так жалко, да, что у тебя все персонажи уже прокачаны. Ну, как, все, которые здесь участвуют, прокачаны. Так бы радости бы не было предела. Мне сейчас очень сильно хочется прокачать кроликов и Кренга. Ну, кроликов, ребят, вообще, они, по-моему, нигде у нас не выпадают, кроме как вот за жетоны их приобретать можно. Ну, так дорого стоит. 800, по-моему, 30 жетонов, 3 ДНК. Это, наверное, самые последние бойцы, которых мы с тобой прокачаем. Мне почему-то так кажется, будут. Именно кролики. Ну, я имею в виду, это маузеры. Так что, ну ничего, ничего. Это последний, кого мы с тобой прокачаем. А вот еще не забывай, что нам нужны будут элементы для прокачки скиллов на 7-й ранг. Это тоже жесть. Это ж сколько нам нужно с тобой элементов этих находить. Я даже боюсь представить. И сколько времени на это все уйдет. Так, Майки делает уклонение. В принципе, логично. Против 75-х уровней это нормально будет. Но Армагон, конечно, мог бы здесь выстрелить либо торпедами, да, либо валуном. Тоже было бы неплохо. Или он все-таки это придержит для босса. Так, промахнулась ты Шинигами, промахнулась. Так, Донни сделал сюрикены. А Лиса не получила урон, потому что на ней висит уклонение. Я так понимаю, это пассивка. Масуха пошла от нее.
минус морозильная кошка, минус Эйприл. Ну и остается у нас Лапекс. Так, Майк ее добивает. Ну и вот опять же этот роботек. Роботек крынговский. Тут, сам понимаешь, очень быстрый будет поединок. Вот, Армагон опять же берется за валун. 75 уровень, да? Оу, Лео делает вертушку. И кто-то добьет, скорее всего, сейчас. Кто-то у нас, Донателло или Майки? А, Бакстер Стоун. Ну что, друзья мои, вот как-то так. Я не прикасался, ребят. Вот чисто на автобое игрушка сама разобралась. От начала и до конца. Так, ну что, смотрим. У нас еще 33 сыра остается. То есть мы можем с тобой попробовать. Так, морозильная кошка. Эйприл Кунаичи. Вот, 40 жетонов, о чем я вам и говорил. И еще 40 жетонов. То есть два раза, это получается, мы с тобой вот так вот просто 80 жетонов получили. Я считаю, неплохо. Естественно, на следующий раз также фармим, только уже не надо нам проходить все эти эпизоды, а фармим, они бесконечные, поэтому, ребята, будем их получать, получать, получать и получать. И так целую неделю. Так, ну что, вроде бы все, друзья мои. Это я прошел, это я тут все пособирал уже, эти осколки и жетоны. А здесь мы распетрушим. Так, 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 все, да? Все прекрасно. Двадцать пять откатов. Пускай лежат. Каши не просят, они пригодятся нам для следующих поединков. Ну, в принципе, и все, друзья мои. На этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!